Здравствуйте, друзья. Так, продолжаем мы тут проходить дополнительные занятия. Так, где у нас тут? А что тут занятия исчезли? А, вон они. Так, ага, вот и пошли. Леон, солдат из гарнизона. Что, Меченый, ты почему без командира? Сюда можно только настоящим солдатам. Ты что, заблудился? Прости, но в императорских таких не берут. Вот пехоте вполне может сгодиться. Я просто шел мимо. Не верь, это же луна и звезды. Луна и звезды. Вот почему он без страха рассказывает здесь. На наше предложение мадам лишь рассмеялась. Неужто этот пес защитит лучше, чем мы? Так почему бы нам не выяснить? Меченый, продемонстрируешь, на что ты получился? Не хотелось бы. Понимаю. Но наш с Робином долг потребует проверить, действительно ли страж мадам способен постоять за нее. Давай. Ну ладно. Имею в виду, сдерживаться я не стану, и тебе не стоит. Нужно же взять на время на подготовку, чтобы никто не ныл, будто бы был. Ну давай. Ну что ж, давай посмотрим, что ты стоишь. Давай. Ладно. Как пожелаешь. Вот наглец. Но получишь сполна. Эх, парень, зря ты. Зря. И как приползешь, мои госпожи? Да, дружок? Чтоб меня. Леон, ты чё там стоишь? Значит, будем биться во всю силу, ладно? В бою носи, устроим веселье. Неплохо. Верит. Can I go now? Может, хватит? Грегор, Гэш! Клянусь, Грегор, он с виду даже это, но все равно меча. Хоть и на службу мадам, лишь бы наш сержант не прознал. Мне тоже хватило его прошлой волочки. Не то, чтобы он был. Я вас оставлю. Сгинь глаз долой, но хоть за мадам душа будет спокойна.
Только прошу, как будешь рассказывать ей обо всем, замолви за нас, Славичка. Обязательно, ребята. The Emperor's finest, thrashed by a branded. Sergeant may be a surly bastard, but he had our number, right? Heard the bones fell favorably. To the Vale, then, is it? What do you think? Nothing like a quick tumble on another man's coin? Матье, чиновник из Орифлама. Странно видеть носителя с луной и звездами, но от того не менее рад. Готов ли ты хранить тайну? Какую? Об этой встрече, о моей просьбе к тебе, о том, что я скромный человек, помогаю мадам в ее начинании. Можешь, конечно, не верить, но даже среди элиты Сенбрека есть те, кому претит отношение империи к своим носителям. Поверь, но я-то вам зачем? Этот город жив благодаря носителям, но многих из них морят голодом. Цены тут ни при чем, кусок хлеба стоит недорого, дело в наслаждении от мук других, чистой жестокости. Simple act of cruelty. Contemptible though it is, my country. Как ни прискорбно, наши сограждане скорее отрежут себе ухо, чем накормят носителя. Я тщательно старался все скрывать, но о моих попытках помочь несчастным узнали. Отсюда просьба к тебе. Это клеймо на щеке даст определенную свободу, недоступную мне. A freedom I could sorely use. Ясно. Что я должен сделать? Ты так любезен. Кому-то обед кажется пустяком, но для кого-то может все изменить. Вот, постарайся передать эту еду быстро и незаметно. Она пойдет тем, кто нуждается больше всего. Сегодня это носители из казарм. Трое изголодавшихся работяг, не знающих ни минуты отдыха. Оттого многие из них и умирают. Это печально, но не давай волю гневу, иначе все сочтут это так милосердие выпадом против империи. Храни эту тайну ради нас и тех, кого мы кормим. А как справишься, шепни об этой встрече на ушко одной из подопечных мадам. Вас уже не будет. Боюсь, что нет. Дела в столице зовут. Да и риска, коим был наш разговор, на сегодня хватит. Да? Crystal's curse is bad enough. We can't let people starve as well. Режим дня. Ну, пойдемте. Тебе явно нужен отдых. Еда немного, намного нужнее. Спасибо. Нужно где-то укрыться. Есть на виду опасно. Это всегда было так тяжко. До камергера еще хуже. Он спас мне жизнь и другим тоже. Ну, хоть что-то. Thank you.
Ты решил, что все само сожрет? Шевелись. Сейчас вряд ли выйдет. Спрятался где? I have something for you. Ну, кое-что для тебя. From the Chamberlain. От камергера. Спасибо. You need to leave. А теперь ходи, прошу, скорее. Please. Branded. Меченый, отлыниваешь. А ну, раздувай огонь. А ты, если должен что-то передать, выкладывай. Если нет, шел на место. Хватит, чтоб тебя. Пойди прочь. Давай сделать все быстрее, если жить хочешь. Вот тебе пригодится. Видно, тебя прислал камергер. Увы, у меня довольно полно работы, если не займусь ей, то побьет. Ты должен отдохнуть. Не могу, я должен залечить чужие раны. А свои нет? Взерплю. И поем позже. Спасибо тебе. Drover has more regard for his cattle than the Empire does its bearers. Anyway, ладно, надо зайти в Уай. Так, пойдем в Валь, зайдем. Well, then, I suppose. All right. Здравствуй. Ты к нам по делам или забыть о них? По делам. Но не своим. Я помог камергеру занести еду. А, он нашел-таки помощника. И славно. А то, говорят, его друзья при дворе стали слишком внимательны к нему. Так он и правда камергер. Раньше он являлся просто самым знатным клиентом в Уале. Для нас он был таким щедрым дядюшкой. И одним из немногих, кого здесь беспокоит отношение имперцев к носителям. Черта не совсем починена. Мадам не упустила такой шанс. Хватило лишь намека, чтобы он стал покровителем обездоленных Нортвича. Нас лишили дядюшки, зато носителям дают еду. Так что мы не ропщим почти. Рад слышать. Вселяет веру в наш мир, да? Кто бы знал, что есть люди вроде него, или, скажем, тебя? Не мудрено, что ты приглянулся, мадам. Я лучше пойду.
О, неплохо. Друг народа. Так. Ну, вроде все, друзья мои, здесь мы. Теперь пошли по заданию. Добычки все сделали. Друг народа. Друг мадам. Ну, это там в другом мы делали. Пойдем. Пойдем. Heard the bones fell favorably to the vine. I'm looking for a man with a scar. Мне нужен мужчина со шрамом на глазу. Бордель в другой стране, меченый, прочь. Hold your tongue. Тише. Where's the dame's brooch? Не видишь брошь, мадам? Сейчас нагрубишь ему и путь в Валь нам заказан. С таким шрамом у нас только один, Яником называть. Правда, он куда-то делся. В Мур он делся, вот куда. Уехал пару дней назад, а все подкатите дело с торговцем. Мадам, признательна вам. Мур — это последний город на дороге к Орифлам. I should let Isabel know where I'm headed. Да, последняя деревня. Так, ладно. Ясно, забыли, что выяснилось. Ну, это основное задание, а это здесь как бывает. Есть хорошие вести? That remains to be seen. Скоро и узнаем. Ох, Татьяна, что ж ты молчала? Два солдата сказали, что Яник ушел в деревню Мур. Вроде у него было дело к местному торговцу, но странно, что он еще не вернулся. И ты решил посетить Мур, чтобы выяснить причину? А что, не стоит? Стоит, конечно, но не хотелось бы подвергать тебя опасности. Люди в Муре довольно консервативные. Они страсть как не любят носителей, и при первой возможности побегут докладывать о тебе коменданту. В Муре живет один мой должник, да и не один. Зовут Бертран. Ищи его в стойлах. Скажешь, что от меня. Я вернусь, как только что-то узнаю. Поблизости доступно задание. Так, слушайте, где поблизости доступно задание? Ну-ка. Я не вижу поблизости доступных заданий. Ну-ка. Ну, это Нортридж, мы в Нортридже и есть. И куда мы прилетим? В Нортридже? Я хочу, где тут задание? Нет тут никаких. Do you see anything you like? Mm-hmm.
come back again. We've reds, whites, ales, meads, ciders, perries. The right to confiscate any objects forbidden by the throne. Я больше не вижу задания для сада. Drinks and the veil. How about the veil, then the drinks? Нет, мы вот сюда вот глянем. Нет, тут мы уже все прорыли. Нет, тут заданий. Пойдемте. Пойдемте. Орифлам, how many bearers suffer to keep your granaries full? Орифлам. Так, слушайте. Волки, да? Так. А здесь что такое? Идем изучаем. Геловый жук изучаем. Посмотрим, что тут есть. Друзья мои. Ладно, синее перо. Thank you.
Ну, тут как-то особо не особо. Пойдем, зайдем. Imperial Watchtower. Дозорная башня имперца. Should be well stocked. Wait. You're not one of us. Ага. That's enough. Keep your distance, boy. Sick of Toggle. You will pay for what you've done. Ah. Вот так вот, тут мой. Молодец, друг мой. Чтоб тут не пошли за нами. Сейчас мы тут подготовим, да? Имперцев тут. Тут 965 мало. Вспышка ярости. А, ну это ярость. 1000 надо. Это чтобы это. Так, шкала, чтобы улучшить боевые показатели. Понятно. 1000 надо. Пятьсот 25, да? Ну, нам надо вот. Ладно, попробуем вспышку ярости. Get it, boy. А, ящичек. Пояс укротителя демонов. Ну-ка, что это такое? Так, пояс укротителя демонов. О, блин, нифига себе, мы нашли штуку. Крест мети. Золотой пояс. Во, вот это мы классную штуку нашли. Супер. Не зря я здесь подрался, зашел, друзья мои.
пояс дракона мы добыли. А пояс укротителя драконов. Так, если демона убить, его душа просто вернется в преисподнюю и будет ждать, пока не призовут в новое тело. Усмирение – более эффективный способ снизить тлетворное влияние. Шикарно. Ты понял, они зря мы сюда зашли. Слушай, а вот там вот тоже что-то есть. Слушай. Блин, как мы грамотно сюда подошли, друзья мои. А, нет, это слишком далеко, это там в другом месте. Вот он, Нортридж. Так, ладно, пойдемте. А, неплохо мы тут подрались. Нормально. Кстати, надо вот туда вот зайти. Вон он, тот домик. Может быть, там что-то тоже есть? Нету никого тут, ничего, да? Ну ладно. А неплохо мы тут побились, да? Или этого грохнуть? Ну эти нормальные бегают. Пойдем. Все-таки я его грохнул.
Так, ну-ка, мы... Давайте тут попробуем подраться. Get him. Sick of toggle. Get him, boy. Sick of toggle. Можно прилив ярости прокачать побольше. Not much chance I'd make it through the penitence gate without someone recognizing me as a deserter. Sid had better have a plan. Волки, да? Неплохо. 235. Ну, атака, защита чуть-чуть добавилась. 163. Сила воли немножечко. Ну, прям, ну, силы так чуть-чуть. Вот это вот. Мы погуляли, да, пособрали дело. Чего спешить нам? Надо бы попрокачаться, да? Пойдем теперь. Там вот еще задание дополнительное, я вижу, отсвечивает. Пойдемте. Вон она. Ну, скажем так. О, даже два задания отсвечивает. Had another branded drop in the field yesterday. Нет, это нет. Пока рано. Мы давайте отсветим вот задание. Вельможа. Пришел пойти. Где ты был? Пришел куда? Тебе что, не сказали? На моего сына напал дикий зверь. Ну же, чего стоишь столбом? Спаси мальчика.
Хорошо, где он? Надо же, какой-то ведь прислали толкового меченого. Мой сын там, на побережье, поспеши прикончить чудовище. Поволчьи выть. Его сыну грозит опасность. На вид он не слишком взволнован. Что-то здесь не так. Нужно быть начеку. Это волк, он съест меня. Враг убит. Ну что, мальчик? Нет, бедный волчок, он должен был загрызть тебя. Отец, устрой тебе порку. Носители не должны побеждать. О чем ты? Этот зверь напал на тебя. А ну закрой рот. Ты смотришь, мы просто играли. Играли? Он опять говорит. Я все расскажу отцу. Ну, расскажи. Их явно убил волк, но вина лежит не на нем. Нужно положить этому конец, пока оно все не повторилось. Как ты посмел напугать моего сына? Убил его несчастного питомца, да и еще и вернулся с гордым видом. Тот волк был надрессирован, причем лучше тебя, безмозглая тварь. Твоя порода для нас всего лишь забава, но, как видишь, нам что-то совсем не весело. Как и мне. Вы заплатите за свои поступки. Вот, говорил же, он болтает. Так нельзя. Мне такой не нужен. Ты ведь не тот меченый, которого я купил. Как ты посмел обмануть меня? Хотя за просчеты раба должен отвечать его хозяин. Живо прибеди мне того неудачника, что прислал тебя. That unlucky wretch would be the dame. I can summon her if you like. Привести можно, но если она будет рада, что ее отрывают от дел. Why would a woman of her caliber? Да. Вы напуганы? Well, how do you think those bearers felt? А представьте, что чувствовали те погибшие носители, насколько им было страшно и больно. Their pain. Судя по виду, ужасом вы уже преисполнились. Если хотите испытать страдания... Папа, меченый, ты вздумал угрожать нам? Так удержать я не стану терпеть, даже от шавки мадам.
Просто купи другого пса, больше и лучше. Конечно, сынок, деревенские найдут нам нового. Да с такими острыми зубами, что в них откусил голову этому проклятому мечу. Я зря трачу время. Но бросать тех носителей вот так тоже нельзя. Нужно похоронить их. Сделать хоть что-то. How many bearers have lost their lives to this nobleman's sport? Пойдем. Да вообще пипец, да? Жопа. Хотя бы похоронить. Блин, за женщин вообще ура. Снова жертвой деревенс, дворянских игр. Ты, видно, Клайв. Откуда ты знаешь меня? От мадам. Я, как и ты, служу ей. Скольких похоронил, а легче не станет. Ты тоже за этим пришел. Госпожа просила не оставлять их на корм воронам. Раз уж ты здесь, поможешь мне? Конечно. Они заслужили покоя. Да, печально. Печально. Печальная история. Да избавятся они от бремени. Значит, ты убил их питомца? Да, хотя скоро они заведут нового, и снова он таскает на носителей. Как можно так равнодушно отправлять нас на смерть? Все просто. Мы не они. Для них носители либо инструменты, либо игрушки. Если один сломался, всегда можно купить еще. Впрочем, порой этот подход влечет за собой наказание. Твоих рук дело? Конечно, нет. Волки, убийцы по своей природе. Пусти его в дом, и когда-нибудь он тебя загрузят. С носителями так же. Если нас мучить, однажды мы покажем клыки. Любопытно, что знать будет делать тогда? В мире стало на двух убийц меньше, и это славно. Вот, за помощь. Это лишнее. Бери. Возможно, когда-нибудь еще встретимся. Прощай. Класс. Как он грамотно-то поступил. А чтение они не помешают, друзья мои. Пойдемте. Да, да, он грамотно с ними. Грамотно поступил. Волка, ты здоров, ты не вопрос, бля. Команду дал волку и все, и ребята закончились. Какого я купил мечина? Да не вопрос. Вам волка? Да? Да не вопрос. Ну что ж, давай ты, девочка, тут. Теперь. Что ты нам дашь, Лилит? Ты видел мою Хлою?
Я тут выпустила ее из загона, и она не вернулась. Видно, потерялась. Может, ты найдешь бедняжку? Попробуй. Обещать не стану, но постараюсь. Как она выглядит? Волосы светлые и красивые. Я глажу их, когда грустно. Хлоя хорошая, тихая и добрая. Еще любит гулять в полях, хоть они и большие, но раньше она не терялась. А вдруг ей хочется есть? Вчера я ее не кормила, хоть это моя обязанность. Надо было поспешить. Тогда надо было поспешить. Игрушки. Это много поля для поиска. With a little luck, someone might have seen her. Да, пойдемте посмотрим. You work these fields? Не поможешь мне, ты работаешь в этих полях. Меченые. А судя по своей манере, еще и чужак. Скажи-ка, из чего мне помогать тебе? Because a girl from the village asked me to find her. С того, что девчушка потеряла свою любимую Хлою. Ты видел ее? Хлою, значит. А, забаву для Лизет. Мне эта грязная шапка встречалась у мельницы. Девчонке пора понять, что после игры таких нужно привязывать. У мельницы. Иди уже, мне тут бездельники ни к чему. Хлоя? More brown than white. Не вся шерсть светлая. Ты у нас не Хлоя, да? Is that... Что это? Someone napping on the job. Кто-то уснул за работой. I hope they don't mind the interruption. Видимо, придется разбудить. Вот это да. Проклятие кристаллов. Хлоя, я тебя звала. Ты что? What? Что? Вставай, уже хватит спать. Пора домой. Хлоя? А почему ты вдруг стала камнем? Поколдовала ты совсем чуть-чуть. Ты же знал, как я тебя люблю. У других Хлои не было таких волос. Придется долго ждать, пока отец даст новую. Мне положены только те, что работают с ним. Хлоя для тебя лишь игрушка. И не жаль, что она умерла? Не умерла, а стала камнем. Проклятие кристаллов, та же смерть. Хлоя уже не вернется. Сколько не давай носителям ее имя. Не говори так. Но это правда. А без клейма она бы была в обычной девочкой. Чьей-то дочерью, как и ты. Отец сказал, что они безродные. Не совсем. Родители избавляются от них, лишают семьи. Но взяв Хлою к себе, родной для нее стала ты. Запомни это. И не забывай о ней. Вот так вот. Да, дорогие друзья, да. Ну вот, в общем, мое дополнительное задание, как бы.
There's still work to be done. Ну, сейчас мы просто дойдем и там сохранимся. Доп. Задание прошли. Так, дорогие друзья. Но вот здесь вот мы как-то затормознемся.